Мастер Тахарка? Я Баек из Сивы. Да, я Тахарка. Архитектор Саиса и управляющий в Летополисе. Я знаю твою семью. Говорил с женой. По ее словам, ты знаешь что-то о Скоробее. Здесь говорить не стоит. Кто-нибудь может нас подслушать. Идем внутрь, и я отвечу. Твой сын гордится тобой и скучает. Скоро свидимся. Вот бы каждый из моих потомков продолжил мое дело. Этот мир создается мечтателями. О чем мечтаешь ты? Мне нужно найти Скоробея, а не мечтать. Скоробей ищет слабых. Мне он не страшен. Ты не боишься Скоробея, Тахарка? После того, что он сделал с твоим тестем? Мне безумно жаль старого Гупу. Именно труд всей моей жизни навлек на него эти беды. Да простят меня Бог. Мастер Тахарка! Они снова напали! Баек, помоги мне! Ветер. Песчаная буря подала свой голос. Псы из пустыни используют его как боевой клич. Грабители скрывают свои набеги, следуя за бурей. Поднимается ветер. Песок. Сюда! Оттесняйте этих негодяев! Они приходят с бурей! Эти стервятники летят на крыльях бури! Интересно, каков нам бросает орел? Вперед! Защитите свои дома! Меджай! Карай их мечом правосудия! Баек! Остерегайся бури! Надеялись, что мы поставим брюхо, а зря! Вас встретят наши мечи! Yeah.
совсем рядом. Они возомнили себя львами, а на деле шавки! Байер, нападай! Будь рядом, Байер! Литополис не дрогнет перед вами! Умрите, грязные псы! Разил их как зуб себека. Идем с нами. Мы не позволим этим вшивым псам запугать нас. Помоги нам избавиться от этой угрозы навсегда. Да, ты жаждешь крови, Тахарка. Но эти бандиты не моя забота. Расскажи о Скарабее и езжай. Долг Меджая — защищать людей, так? Эти мерзкие грабители угрожают невинным жителям Литополиса. Присоединяйся! Мы с тобой прогоним этих псов в их любимую пустыню. И тогда я расскажу тебе все, что ты хочешь знать. Ладно. Сегодня я помогу тебе. Ну, Байек, нам пора отправляться в путь. Отважные жители Литополиса! Мы вытравим грабителей из их нор и зальем их кровью всю пустыню! Разойдись! Разойдись! Ах, дахай! Разойдись! Цель, что ты себе поставил, недостижима. Лишь боги знают наверняка, Бай. Но если не тянуться к звездам, как понять, достанешь ли ты? Литополис был прекрасен, но его забрала пустыня. Я хочу доказать миру и богам, что люди способны на все, если захотят этого. Возможно, боги прислали тебя, чтобы ты помог мне. Сильная рука, зоркий глаз. Мы могли бы прославить этот край. Я преследую свои цели. Я попробую переубедить тебя. Разойдись! Кажется, сверху обосновались бандиты.
Благодарю, Байк. Я думал, что моим мечтам не суждено сбыться. Ты же дал мне силы, чтобы победить грабителей. Кто они? Одержимые слуги Сехмет, богини войны. Им нужны лишь хаос и разруха. Они со Скоробеем? Нет, они мнят себя львами, а на деле просто стервятники. А теперь сами стали падалью. Я пойду со жрецом в город. Встретимся у меня. Поедим, и я расскажу тебе все, что нужно. Да благословит Птах тебя и того, кто спас меня. Как ты здесь оказался? Меня похитили эти кровожадные безумцы. Поэтому дорога до Литополиса безопасна. Теперь да. Угроза миновала. Так ты из Мемфиса? В Мемфисе много жрецов. Прошу в Литополис, мечту великого Тахана. Байк, а ты видел песчаную бурю? Рад, что вы живы и здоровы. Да, боги благоволили нам. Мы видели грифов, и гиену, и кучу песка. Песка тут хватит на всю жизнь. Поэтому нам так сильно нужна помощь. Мы ждем всех. А что ты обещаешь людям, Тахарка? Собственный участок земли и дом. Нужно всего лишь отвоевать их у пустыни. И это все? Взять и выкопать дом? Нет же, все не так просто. Это общее дело. Во славу богов. Люди знают, что он видит истину. Это похвально, почитать отца Кавап. За спасителя Литополиса. А теперь мы поедим фиников и... Что с тобой? Тебе плохо? Во всем! Вот так. Умница! Thank you.
помогут тебе более. Без доспехов, оружия и денег. С чего же начать? Быстрее, пока ветер не замел все следы. Сперва оружие, потом скарабей. Слишком силен. Эй, откуда? Умри! Должны здесь заметить. Убить мятежников! Эй! Ты там все собрал? Да, отличное снаряжение. Мы сложили все в ящик. Это плата Сефет. Ага. Через пару дней отправим в порт Кисил. Как ты думаешь, сколько еще он протянет? Закопанный-то? Дня два? Вроде сильный. Ставлю 5 драхм, что продержится минимум. Согласен. Стой! А кто проверит? Пусть бы оставались в тенях. Thank you.
Я убью тебя! Тебя здесь не рады! Прошу в Летополис мечту великого Таханки. Откройте новую жизнь, чудес. Надо действовать аккуратно. Что? Я убью тебя! Сейчас подстрелю! Что ж, значит, вот как умирает мечта. А ведь я мог построить нечто вечное. Агу пел бы песни о твоих свершениях. Я о многом жалею! Но мы все рабы высших сил! Мы все выполняем волю богов! Спасения нет! Я не единственный в Ордене Древних! Убив меня, не обретешь покой! Поверь, мне не нужен покой. Я избрал этот путь по другой причине. Орден Древних запомнит меня тем, кто возводил города и возвращал людям воду! И унесет всех в Летополис, словно вы.
позаботься о нем и помоги ему все понять. Ты принес смерть и страшное горе в мой дом! Ты была слепа. Но пора прозреть. Твой муж — Скоробей. Это он. Этот человек пытал твоего отца и многих других. Нет. Ты можешь вывести своего сына к свету, спасти от кровавой тьмы наследие отца. Прости меня, сын. Восстановлена. Ты получишь ее воспоминания. Они эпизодичные, но ты сможешь ненадолго попасть в них. Я буду верить тебе. Да. Странно. Прямо битва при Соломине, капитан. Ты в ловушке. А вот и Фемистокл. И я выиграл. О, боги! Фоксид, почему мы не оставим все это себе? Золота здесь хватит, чтобы уплыть на Лесбос. А ты что скажешь? Если сундук не прибудет к Помпею, то корабль тоже. Ради него мы пойдем и в царство Аида. Я понял. За работу, грязные лентяи! Дамаст, мой оруженосец! Вперед! Действуй! Наше дело — подкупить Помпея, спасти царицу и покорить царство. Обычное дело для наемников. На весла!